Привет, стримаши, это исследователь, обзор светодиодной лампы. Диоды, видите, такие вытянутые, желтенькие. Сама идея очень хорошая, мне нравится, что здесь больше света как бы идет, прозрачное стекло. Это маленькая лампочка. Для настольной лампы я купил, но сама фирма ужасная. Лампа моргает периодически, раздражает, такое моргание происходит. Поэтому она даже не сломалась, лучше бы она сломалась. Но она, видите, фирма Униель. LED G45, 6 Вт, ВВ. Еще это номер какой-то, наверное. Ужасно, блин. Ну, моргает. Ужас. Раздражает. Ну, и мешает зрению, чтению. Ужасная лампа. А сама идея хорошая. Может, какие-то другие фирмы хорошие. Но вот здесь, вот, как я понимаю, электроника, какой-то трансформатор. Еще какие-то детальки, и они ультра некачественные. Хотя лампа стоила нормально, что-то 100-150 рублей. То есть, ну, вполне хорошие. Не самые дорогие, но такая приличная цена. Что-то 100, не дешевле она была. И вот такой вот хлам. На этом все. Униэль ни в коем случае не покупаем. Моргает.